Всем огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Новосветлова Наталья, и в этом видео мы вместе с вами распакуем посылочку с 9 ароматами, аналоговыми ароматами, поэтому наливайте себе чаек, кофеек и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. Ну что, я решила пополнить свою коллекцию ароматов и заказала 9 аналоговые, это ароматы, посмотрите, сколько их. Ароматы по 25 миллилитров. Их так много, они просто горой высыпались у меня, чтобы вам показать. Сейчас я их постараюсь как конструктор как-то сложить. Вот, 9 ароматов. Выбирала по пирамиде, выбирала... какие я слушала, и выбрала все-таки 9. Ссылочку оставлю в инфобоксе, где я заказала эти ароматы. Там был такой большой выбор, что я просто, знаете, честно, даже терялась. Хотелось и тот, и этот, и другой. Ну и, в общем-то, у меня тут будут очень разные, разноплановые ароматы. Надеюсь, вы готовы. У меня тут есть блоттеры, и будем с вами все слушать и тестировать. Ну что, я надеюсь, вы готовы. И это ароматы Enfys. По 25 миллилитров, 9 ароматов. Давайте с первого начнем. И это аромат My Way Giorgio Armani. Я вообще такой аромат протестировала в этот раз в аэропорту Шарм-эль-Шейха, но это был не Шарм-эль-Шейх, а это был аэропорт Шереметьево. В общем, интересно. В общем, сегодня откроем, потестируем и немножко поболтаем. Я, кстати, когда выбирала эти ароматы, я и смотрела и пирамиды, и все-все-все. Так, вот такой вот флакон. Если у вас много ароматов, и мне кажется, такой формат очень удобен, и взять с собой, и познакомиться с ароматом тоже очень удобно. Так, ну это у нас все аналоговая парфюмерия, чтобы вы понимали, на известные бренды, на известные ароматы. И это у нас Enfys под номером 69. Хорошо, что здесь все подписано, и можно будет уже сориентироваться. Кстати, аромат вот этот вот выпущен был в 2024 году. Группа цветочно-фруктовая, такой фруктовый аромат, стартует, конечно, апельсином, стартует цитрусово, это точно, угу. Потом уже будет, я думаю, такой нежный, девочковый, легкий аромат, цветочность в нем какая-то тоже есть. Приятный, нежный, прям нежная девочковость. Вот, что я хочу сказать по поводу этого аромата. Мне это в нем и понравилось. А, тубероза. Да-да-да, что-то такое чувствуется. Прям действительно что-то такое есть. Ну, в общем-то, хочу сказать, что не разочарована, что я его выбрала. Прям нежнятина. Нежнятина такая, нежнятинка. Блоттер положим, чтобы уже, конечно же, не перепутать. Следующий аромат, это под номером 47 Enfys. И называется Томас Космола, номер 4. Это у нас уже аромат унисекс. Парфюмированная вода в концентрации. Древесно-фужерный аромат. Зачетный ароматик. Это, знаете, ну вот такой вот, в общем-то, если прям по-простому сказать, то есть это направление такое бакары, в общем-то, арабской парфюмерии, точно. Потому что здесь быстро переходящая цитрусовость именно в специевость. Угу. Мускус, амбра. Что-то вот от кирки, от бакары, что-то такое. Вот я как раз-таки люблю это направление. И
Прям класс. Очень классно, очень классно. Довольна, что выбрала этот аромат. Прям действительно, прям довольна. А вот такой вот Томас Космола. Именно вот в этом направлении. Вообще нужен, если будет жара какая-то, мне кажется, будет достаточно одного пшика, и будет все вообще замечательно. А вот так уже выглядит коробочка. А следующий аромат, и это под номером 45-м, у нас идет аромат, называется Эрба Пура. Тоже считается аромат унисексом. И линейки Эрба Пура много разных. И это вот, которая такая вот, получается у нас фиолетовая. Протестируем сейчас вместе с вами. Надеюсь, я тут от этого не задохнусь. Очень надеюсь. Цитрусово-фруктовая группа. Ага, такой нежный аромат. Я, кстати, от этого аромата Эрба Пура вообще ждала, что он будет таким грубым, что вот он направление тоже кирки, бакары. Но нет. Здесь все-таки тоже на старте есть лимон, жасмин, бергамот, то есть такая свежесть. Он не приторный, не удушающий, очень интересный, очень тоже нежный, прям такой женственный аромат. Даже какая-то карамель есть. Я думаю, что аромат, конечно, поменяется. Само собой, на коже будет немножечко по-другому. Но сегодня мы все тестируем с вами на блоттерах. Тоже классный. Тоже классный. Очень довольно-таки такой нежный, приятный. Буду пользоваться, буду пользоваться. Аромат достоин быть, в общем-то, для разнообразия парфюмерного гардероба. Следующий аромат, который мы сейчас с вами будем тестировать, и это у нас под номером 28 Enfez аромат Hayati Attar Collection. Ну, то есть понимаем, что это у нас аналоги. Вообще этот аромат был выпущен в 2018 году. Группа цветочно-фруктовая. Так, интересно. Должны быть у нас здесь ягоды, ананас и малина в верхах. Вообще противоположность всего того, что мы там с вами, в общем-то, даже не... Вот если Майве тоже такой вот как бы нежный, то здесь у нас нет что-то интересное. Какие-то, знаете, мороженое, взбитые сливки. Что-то такое. И, знаете, еще отдает вот ароматом чистоты. На блоттере и чистота, и какая-то такая парфюмерно-приятная сладинка. Пломбир, мороженое, молочность, что-то такое. Вот что-то такое в этом аромате есть. Вообще, совсем другой. Совсем другой. И это очень круто. И это круто. А дальше тестируем с вами аромат под номером 18 Enfez. Это у нас уже аромат Lillabose Santal 33. Также аромат Unisex. И вот так выглядит. Группа древесно-фужерная. Здесь какая-то кожа. Амбра кожа. Я даже не знаю. Неоднозначный аромат. Интересно бы будет, конечно, потестировать на коже. Какая-то вот есть в нем, знаете, как диффузность, что ли. Очень на блоттере быстро, кстати, улетучивается. Может быть, я уже принюхалась, но нет. Это вообще противоположно тоже тому всему, чему. Абсолютно нет никакой сладости, ни приторности, ничего. Вот здесь все-таки... Или вот этот кедр. Мне кажется, этот аромат больше, наверное, все-таки для мужчин подойдет. Потому что он такой прям...
из числа свежачков. Ну, я не могу сказать, что вот этот аромат мне зашел, но все, знаете, в процессе еще носки, как на коже будет. Но это что-то такое вот прям вот диффузное, что-то такое свежее прям. Это у нас под номером 16 Инфес идет Наркотис Венус. Этот аромат я знаю. Аромат унисекс. Есть у меня такой, в общем-то, от Левант. Мне сам аромат нравится, тот, которым я пользуюсь. Немножечко другой, может быть, потому что на блотере. Может быть, немножко все-таки другая база. Вообще, он аромат сам по себе такой громкий, заявляющий о себе. Тоже из тематики кирки, бакары, вот такого вот, в общем-то, направления. Но здесь он вообще прям нежнятинка. Кофем сильно пахнет, вот кофе в нем преобладает. Угу, да. Должен быть еще и персик, но пока персика больше преобладает, знаете, такой кофе со сливками, что-то вот в такой вперемешку, что-то такое кофейно-молочное, приятное, не бьющее в нос. Очень такой деликатный, обволакивающий парфюм. Сочных фруктов мне сюда не положили. И такой какой-то ядрёности в нем тоже нет. Приятно. У меня тот, он более такой, ну, я бы так сказала, более дерзкий. Этот же как-то так. Так, следующий это у нас под номером 46 Infes Shake 33. Это у нас уже аромат для женщин. Кстати, выпущен этот аромат давно, в 2007 году. Хорошо, что хоть и флакончики одинаковые, наклеечки все разные, и удобно пользоваться, если даже оставлять флакон без коробки. Такой более уже желтенькой жидкости. Восточно-цветочная группа. Так. Это аромат пудровый. Какая-то уход, пудровость. Что-то есть такое цветочное. Угу. Негромкий аромат. Нет. За счет того, что, наверное, здесь все-таки вот этот вот пион есть. И вот пион прям ваниль не выбивается. Тоже такой нежный аромат. Нежный аромат, негромкий, не будет душить. Конкретно женский аромат. А восточностью сильно не отдает, по крайней мере, на блоттере. В общем, женственный, пудровый, нежный аромат. Вот, я бы так вот прям характеризовала коротко. Такой прям какой-то такой девочковый. Прям, ну, прям нежнятинка. Может быть, как раз-таки летом, когда вот жарко, будет хорошо вот эта пудровость звучать. Следующий аромат, это у нас Infes 13. Это аналог аромата Pink Molecula 090-09. Группа цветочно-фруктовые относится к таким сладким ароматам. Аромат, кстати, выпущен давно, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Многие его любят использовать именно зимой, потому что... Ой, а мне он нравится. Я не знаю, почему многие его относят именно к зимним ароматам. Может быть, за счет шампанского, абрикосов. У меня такой аромат в миниатюрках был. Черная бузина, черная орхидея. Вот меня прям манят эти вот компоненты. Он напоминает что-то такое, конечно, вот для меня это не совсем шампанское. Ну, может быть, шампанское такое сладкое, которое уже пузырьки прям так лопаются. Здесь что-то есть и съедобное, как будто шампанское, но вот
еще бы клубники и выпили и закусили, да, одновременно. Классный. Мне кажется, как по мне, я люблю все равно такие более насыщенные ароматы. Почему-то у меня вот как-то так, я больше раньше нежные ароматы любила, сейчас более насыщенный. Но он приятный, он тоже нежнятина такая, в моем понятии, такая женственность, нежнятина. Не знаю, как на мужчинах аромат унисекс, но не знаю. Что-то вот такое, газировка какая-то. И, может быть, ну не скажу, что лимонад по-другому пахнет. Ну вот что-то такое, такое вот в нем есть взрывное. Прям классное. Нет, клёвый. Следующее, и это у нас уже инфест номер 10. Бал, африканский бал. У меня такой аромат есть, аромат унисекс, в аналоговой тоже парфюмерии, в другой. Я как бы знакома с этим ароматом, выпущен он давно, еще в 2009 году вообще. Восточно-древесный. Стартует немного цитрусово, но не приторный. На блотере вообще как будто аромат чистоты, не знаю. Он нежный, чувствуется в нем какая-то действительно такая сдержанная роскошь. Вот, знаете, у меня иногда бывают такие выражения по поводу ароматов. Сдержанная сексуальность, такая отстраненная сексуальность. Вот здесь вот сдержанная роскошь, наверное, сдержанная сексуальность и вообще что-то такое прям нежное. Быстро улетучивается в верхах цитрусовость, поэтому цитрусовые, ну, я думаю, что вы знаете, в основном цитрусовые, они всегда в верхних нотах. Цитрус быстро улетучивается, никогда особо цитрусовых нот нет там в базе или там в средних нотах. Но вот как-то так. В пудровость. Вообще аромат этот в пудровость уходит. Приятный, нежный. Из числа тоже свежачков. Хочу сказать, что все мои ароматы с вами протестировали. Довольно своим выбором. Все разные, разноплановые. Все очень приятные. Не было ни одного аромата, по поводу которого я бы сказала, фу, это вообще невозможно. Хотя такие ароматы, сами знаете, что есть там в нишевой парфюмерии. Есть такие, которые просто невозможно от слова совсем вдыхать. Здесь все такие носибельные, для разного времени года подходящий. Так что довольна своей посылочкой. Поделюсь с вами ссылочкой, где я все это заказала, приобрела. Проходят там на сайте разные акции. Вот на 3000 заказываешь, что 350 рублей у тебя там скидка. Бывает другого плана какие-то акции. Просто надо наблюдать, следить, когда вам что выгоднее получается заказать. Думаю, что вы сами сможете разобраться обязательно и выбрать для себя что-то там интересное. В общем, я довольна, у меня такое большое количество ароматов, которые пополнили мою коллекцию ароматов, и мой парфюмерный гардероб расширился еще на 9 ароматов, которые у меня появились. Какие-то у меня повторились, потому что я с ними знаком, а какие-то абсолютно для меня новые, я их выбрала просто по громким названием, потому что они так на слуху, посмотрев пирамиду, что пирамида прекрасна, думаю, должны понравиться. Ну, и классный объем, который можно взять с собой в сумочку и просто даже в путешествие. В общем, буду с вами прощаться, дальше вдыхать. У меня тут... как ты прекрасен. И что же это такое? Да, флёр наркотис. Люблю. Вот люблю я такое. Люблю я такое. Знаете, уже хотела с вами обращаться, но скажу. У меня в подъезде живет соседка. И она тоже любит вот такой тяжелый люкс, или как это назвать. И все. Она-то вышла, а в лифте еще пахнет. И точно можно сказать, что она вышла из дома. Заходишь, лифт открывается, и там просто все благоухает. И ты вот это как раз-таки, наверное,
оно самое. Нет, я думаю, что она пользуется кирки, бакара, но вот, может быть, вот флёр наркотис, потому что это вот что-то такое. Но это очень приятно. Ну что, прощаемся. Обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.